Всем привет, дорогие друзья. Это Сава, и мы продолжаем с вами играть в урку, которую удар не держит. Значит, сегодня мы отправляемся в карту ступени судьбы, которую никто из моих друзей почему-то не проходил. Еще у нас есть 14 вот таких вот штук, и нам, судя по всему, дали мухоморчики. Мухоморчики, мы можем что-то прокачать, хотя, в принципе, прокачивать здесь... В общем и целом, особенно некого. Ну и ладно, значит, тогда отправляемся в бой. Мухоморчики, по идее, должны переманить на нашу сторону. Это мы знаем из других частей. И это мое будущее. Мне предстоит тупо сражаться, пока колдунья не убьет меня и не прорвется в наш мир. Последний маг против всего мира полного орков и огров. Нет, спасибо. Я выбираю то, что за второй дверью. То есть, получается... Что у нас вот такой вот вход, разделенный на две части. Так, ладно, давай начнем с того, что нам по-любому надо. Нам нужна тебе многому нужно научить. Вот такая дрянь, а в ней будет, короче, вот такая дрянь. Дальше отсюда и оттуда пойдут ребятки-ребятушки. И с этой стороны, и с той. А сколько... Так, ладно, давай берем. Баррикад по-любому. Эти по-любому, эти по-любому. Так, вот это по-любому. Ледяной. Так, ледяной, огненный есть. Значит, эта штука, потому что зашибись, она всегда заходит. Замедление по-любому нам надо. И... Ну, можно споры, в принципе, проверить, как работают. Можно, в принципе, как раз сейчас споры и проверить. Они даже не заметят, как это сработает. Только дорогие, правда. Я даже жалею, орки. Ну, понарошку. Дорогие прям вообще. То есть они пока будут, типа, сражаться с собой, а мы потом их... Служу Альянсу. Служу Альянсу. Готов выполнить... Мне кажется, что это мой план полное говно. Ну ладно, мы сейчас проверим, насколько он полное говно. Укажите пока мне, выглядит как тотальное дерьмище. Но есть только один способ это выяснить. Они в восточном зале! Ага. Все, все, да, хорошо. Значит, вот этих вот надо, не знаю, что с ним надо сделать. Ай, блин, сейчас лучника всех моих порежут. Стоять! Не трогай лучников. Твари всех уже убили. Да, чувствую, план дерьмо. Это отбиться-то мы, конечно, отбились. Давай, может, еще какой-то паладин поставим. Блин, двух бы поставить. Ладно, это я... А, о, отлично. Отлично, хотя отличного мало. Они всегда переходят на мою сторону? Ой, блин, ой, блин. Или временно стоять. Стой! Так, лучников не трогай, а то мы сейчас без дефа останемся. Готов заниматься этим вместе! Так, хорошо. Значит, сюда мы ставим тоже такого. Давай, блин, не знаю, что еще поставим. Давай еще лучников поставим вот сюда. Ой, блин! Еще и бомберы. Ой-ой-ой-ой-ой. И бомберы, и быстрые. Сейчас пройдут. Один прошел. Нет, это что-то вообще, что-то тут вообще какой-то прям... Какая-то жесть просто. И это мое будущее? Мне предстоит тупо сражаться, пока колдунья не убьет меня и не прорвется в наш мир? Начнем. Последний маг против всего мира полного орков и огров.
Нет, спасибо. Чё-то конкретно какая-то дрянь здесь прям. Нет, ну, во-первых, нам надо мелких забить каким-то образом. И я даже не знаю как. Мелких очень много, и они прям очень противные. Вот так вот сделаем. Так, еще надо вот такую штуку взять. Ну, в принципе, нормальный набор. Забить мелких. Блин. Орки, кто хочет? Нет, ну, в принципе, наверное, что-то типа того, если мы сделаем... Значит, как там у нас идут? То есть отсюда идут орки, оттуда идут, значит, быстрые, а потом они меняются. То есть, в принципе, если мы сделаем что-то типа того и поставим, значит, нам сначала надо тех быстрых рубануть. Сначала тех быстрых, потом этих быстрых. То есть, давай пока поставим вот так, потому что эти, по крайней мере, могут по-быстрому настрелять. Ну и, в принципе, я думаю, что мы можем сразу поставить сюда еще такого типа. А потом тогда, когда отобьемся от этой волны, будем перестраиваться. Ну, по крайней мере, я как-то так пока это вижу. А я что забыл взять? Я взял пояс ледяной. Это что-то я забыл взять. Замедление взял, этих взял. А что я забыл взять? Тут я хорошую ловушку... А, автобаллисту я забыл взять. Ладно, без автобалиста тогда поживем. Они прорываются. Так, все, эту сраницу застреляли. Теперь надо застрелять вот эту срань. Отлично. Так, значит, теперь мы вставляем еще сюда лукарей. Кого подстрелить? Кого подстрелить? Готов. Кого подстрелить? И будем заниматься, кого подстрелить. Так, я буду их просто контролить, наверное. Ладно, еще постреляю немножко. Все, этих забили. Отлично. Надо контролить вот этих и откидывать их назад. Чтоб ребята их застрелили, мы получили побольше денежек. Ладно, неплохо вроде. Есть. Так, сейчас прибегут бомберы. Сейчас прибегут бомберы и будут делать что-то очень нехорошее. Так, давай мы сделаем вот так. Этот убит. Пусти меня, пусти, я же не успею. Ай, срань. Так, эта тактика тоже получается говно. Мотать их тут. Что делать тогда? Это просто какая-то жопа. Я даже не знаю. Нет, в принципе, грибы, наверное, мне должны помочь. И это мое будущее. Мне предстоит тупо сражаться, пока колдунья не убьет меня и не прорвется в наш мир. Последний маг против всего мира, полного орков и огров. Нет, спасибо. Я выбираю то, что за второй дверью. Так, берем автобаллисты. Вот эту дрянь, вот эту дрянь, вот эту дрянь. Насчет грибов не знаю. Ветерок, конечно, зашибись. Значит, вот этот против огров. Наверное, мы возьмем еще вот это, мне так что-то кажется. И замедление мне по-любому нужно. А баррикады я не взял? Баррикады не взял. Ну, баррикады мне по-любому нужны. Ну, блин, надо как-то отгораживаться. Вопрос только как. Ладно, мне нужны бабки, ладно. Все, в любом случае, бабки мне нужны. Пора впустить сюда тьму, ты еще вернешься. Бабки мне по-любому нужны.
Переградиться я здесь не смогу никак. Ну, разве что... Ну-ка, а сколько вообще... Сколько я вообще таких штук смогу поставить? Значит, оно у нас ровно... Ровно. Проходит вот так. Но если я сделаю вот так, у меня вообще ни хрена не останется тогда. В таком случае. То есть одну ловушку, но зато они не пройдут. То есть мы делаем одну ловушку, но мешаем им в итоге проходить. На одной ловушке. Что-то как-то очень сильно сомнительно. Ну, давай попробуем, ладно. Они в восточном зале. Ну, что, мне делать просто больше нечего. Мне придется колдовать активно. Мне просто всех изничтожать. Ладно, уже сейчас будет не одна ловушка. Уже сейчас будет несколько. И с другой стороны такая же история. Никто не прошел, но пока нет. Куда он там улетел? Значит, сейчас пойдут эти бомберы. Прямо сюда, вот отметочка. Это будет здорово. Так, теперь главное вот этих вот не пропустить. Сказал я и пропустил их, да? Стой, стой. Так, ладно, пока нормально. Так, ну это надо помогать по-любому. Это мы будем пускать всех на фарш, ну потому что здесь по-другому не работает. Время ловушек еще не пришло. Пока время колдовства. Так, не ушел, тварь. Значит, теперь время немножечко подумать. Немножечко подумать и сделать что-то более осмысленное. Значит, потому что до этого времени у нас ну подумать не было, теперь оно вдруг внезапно появилось. Значит, у нас будут проблемы с бомбалейлами. Значит, бомбалейл нам надо будет вырезать. Значит, я вижу это таким образом, что бомбалейл... Мы будем пробовать уничтожать вот так. Потому что в противном случае бомбалейлы все здесь нахрен разнесут. Да и, в общем-то, если так подумать... А вдруг бомбалейлы действительно разнесут? Значит, вот эту часть мы просто берем и сносим в сторону. Это на случай, если бомбалейлы все-таки доберутся. Они могут. Значит, сюда. Вот тогда выставляем еще одну огненную ловушку. На случай, опять же, бомбалейл. Сюда, в принципе, можно ничего не ставить. Так. Значит, теперь нам надо будет поставить ловушечку сюда. И ловушечку сюда. Только на ловушечку сюда у нас еще денег не хватает. То есть ловушечку сюда, потом еще вот сюда вот с краешку и еще с краешку. И мы, в принципе, неплохо все это дело прикроем. Вроде бы. Вроде бы как. Значит, я сам становлюсь сюда и, может быть, кстати, за вот эту вот фиговину сесть.
А может быть. Но она как раз очень неплохо направлена в центр. Я правда не вижу, что там идет. Ой, блин, не-не-не-не-не, это прям было нехорошо. Блин, так все было неплохо. Теперь вдруг резко стало плохо. Мне надо было быть там. Ой! Ай, блин! Не, уходить оттуда я не могу. Если я оттуда ухожу, то все. Капец. Опять заново. Нет, в принципе, что-то в этом есть, и, наверное, грибы все-таки нам придется ставить. Нам нужно, чтобы кто-то переходил на нашу сторону. Потому что их слишком дохрена. Так, это. Нет, спасибо. Я выбираю. Так, это я уже взял, да? Грибы. Ну, не знаю насчет грибов. Ну, наверное. Ладно, теперь давай тогда. Как я там сделал-то? Значит, я сделал вот так, вот так. Прямо сюда. Вот отметочка. Вот так, вот так. Так, давай мы сейчас сразу отметим. Так, ну вроде так. Ну вроде так я делал. Ну вроде я делал так. Встаньте прямо сюда, мистер Орк. Теперь, значит, нам нужно... А как у меня так получилось? Почему у меня теперь в этот раз больше? Потому что я вот эту штуку не взял. Я так много хочу тебе показать. Это все? Это все. Это все. Надеюсь, что у нас что-то получится. Они прорываются. Тактика для начала получилась нормальная. Потом проблема. Значит, вначале мы просто тут всех сжигаем. Так, никто не прошел? Вроде никто не прошел. Хорошо. Значит, теперь мы берем и ставим с другой стороны. Вот так. И ставим вот так. Так, теперь у нас с другой стороны пойдет такая же хрень. Стой, стой, стой. Стой, 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 тварь. Никто не прошел. Вот эти прошли. Стоять. Так, надо, чтобы никто не прошел. Хорошо, значит, сейчас у нас пойдут бомбалейлы. Так, против бомбалейл выставляем вот такую вот хреновню. И выставляемся вот так. Так, где там бомбалейлы? Так, ну они вроде не доломали баррикаду. Баррикада вроде как цела. Ну, типа, не совсем цела, конечно. Ай, блин. Только вас тут многовато, ребята. Ёп, там есть. Ух! Ух-ху-ху-ху-хух. Ух-ху-ху-ху-хух. Не, ну, в принципе, я тут сейчас нормально выстроился. Вся, кроме одного факта. Мне все-таки придется делать, наверное, споры.
Плесень размножается спорами, поэтому не спорьте с плесенью. Как говорили когда-то у нас. А вот эта штука не выкинет ли их? Я еще только сейчас подумал. Она же может их выкинуть вот сюда. И они тогда здесь вполне себе спокойно пройдут. Блин, ну а по-другому этот вопрос особо не решить. Потому что если пойдут... Если пойдут товарищи, а товарищи пойдут... Ну вот сюда можно, конечно... Нет, сюда, наверное, вряд ли. Вот сюда куда-то можно по споре поставить. Ну вообще, вначале мне надо бы здесь поприсутствовать и изничтожить всех этих тварей, которые на меня пойдут. Пойдет там прилично. Может, кстати говоря, нам даже помогут вот эти вот ребятки вначале. Там сейчас пойдут эти вервольфы. Вряд ли, да, ты очистишь свою обувь от орочьей крови. А мы давай поставим вот сюда вот, наверное, с тобой, одну баллисту. Блин, и надо здесь контролить. Надо здесь контролить и надеяться, что у нас что-то получится. Блин, еще и эти. А вот это плохо. Блин, вот эти ребята сейчас будут ломать мне... баррикады. Ай, черт. Да, они атакуют баррикаду, блин. Ну, надеюсь, что не доломают. А че вы все на меня-то поперли? А? Идиоты. Блин, этих грохнули, короче. О-о-о, капец. Баррикады, короче, все размочили. То есть я не могу ставить туда рыцарей, но это, блин, жестко. Да, рыцарь туда ставить нельзя. Туда и переманивалку ставить нельзя. Потому что тогда лучники будут атаковать баррикады. Вот это дрянь. Вот это дрянь. Вот это вы понаделали здесь. И это мое будущее. Мне предстоит тупо сражаться. Да хрен с ним, с твоим будущим, братишка. У нас тут проблема посерьезней. Всего мира полного орков и огров. Наверное, придется толкатель взять, наверное. Нет, я выбираю то, что за второй. Мне что-то такое ощущение, что придется взять толкатель. Со спорами тогда вафля. Со спорами полная вафля, потому что если мы возьмем споры... Так, что еще не взял? Футболиста мне еще нужно. Что-то еще. Что-то мне еще. Так, лучники. Лучники эти есть, автоболисты есть, поджигной вблизи есть. Споры нахрен. А, ну, в принципе, мне тогда и вот эти не нужны. Паладина чемпиона мне тогда тоже не нужны, потому что из-за них у нас будут атаковать баррикады вблизи. Ну тогда вместо них надо что-то вот это такое вот взять, наверное. Либо ставить споры до. Но споры до тоже непонятно, как будут работать. Либо, кстати говоря, поднятие врагов в воздух тоже неплохо. Ну, давайте пока вот так вот. Давайте пока попробуем вот так. В принципе, само расположение. Вот здесь получилось неплохо. Даже вот такое можно сделать. У меня для вас небольшой сюрприз. Дальше мы раз, два пропускаем. Блин. Ладно, давай. Мы... Вот так вот делаем. Вот прямо так. Сюда. Вот отметочка. Потом вот сюда, потом вот сюда. Значит, сделаем вот так. Или, может быть, не по центру делать, как я хотел. Тогда, в таком случае. По центру, в принципе, неплохо. Так, если подумать. Но в целом, можно сделать еще интереснее. Можно вот эту баррикаду выставить сюда. Ловушки, это так весело. Но, правда, остается тогда 1000 всего. Выставить сюда.
и сделать маленький пароходик вот здесь, а этим, чтобы надо было в другую сторону пилить. В общем, может быть, так даже будет лучше. Может быть, конечно, и нет. Значит, поставить вот сюда вот замедлялку, через которую они обязаны будут пройти. Вот сюда поставить вот такую вот шипастую ловушку. Нет, подожди, шипастую ловушку не будем пока ставить. Пора впустить сюда тьму, ну, до встречи. Но здесь я что-то немножко переборщил с этими, с ограждениями. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Они в восточном зале. Значит, я пока что в одно лицо буду все это дело пробивать. И в одной вот этой вот дырке маленькой. Потому что там они все равно разбегаются на две части. Если уж мы одноохренственно берем все это дело на себя, тогда нам лучше сделать как-то вот так. Я девочка. Это будет больно. Не бей меня, я девочка, говорит. Значит, мы в две стороны теперь прожигаем. Отсюда прожигаем, а тут прожигаем. 600 мне не хватает. Ладно, вот теперь желательно бы, чтобы их убивали пушки все-таки. Но чувствую, походу, так не получится. Ладно, хрен с ним, пока буду убивать я. Без разницы, кто тут будет убивать, главное убивать. Ну, хотя пушки тоже вроде как нормально отрабатывают. Так, ну там живой ты, да? Отлично. Значит, сейчас у нас все равно пойдут бомбалейлы. Значит, мы в любом случае против бомбалейлную защиту ставим. Так, этих тварей главное не пустить. Тварей не пустили. Ну, уже неплохо. Значит, теперь наша задача делать так, чтобы они максимально там пострадали. Значит, вот так вот. Так, ты там куда пошел? Стоять. Значит, вы должны максимально уничтожаться пушками. Будьте так добры. Эта пушка, по-моему, ни хрена их особо не уничтожает. Ладно, тогда придется поучаствовать. Ладно, пойдем сейчас вот этих пристукнем. Дело там есть. Типа того. Теперь давай. Ладно, такая тактика, в принципе, тоже ничего так работает. Значит, теперь да, вот это вот перестроим. Тут плохо то, что их перекидывает. При вот таком расположении их, блин, перекидывает наверх. Что мне, конечно, очень не нравится. Тут перекидывание наверх. А если мы это не делаем, ну, надо поставить какие-нибудь автобаллисты. Я взял. Надо сделать так, чтобы автобаллисты стояли. Они тогда как раз все это дело отстрелят. По идее. По идее, должны отстрелить. Теперь нам надо сделать вот здесь. Делать вот здесь. Во-первых, я думаю, что сюда мы, наверное, поставим замедлялку. Ку. Замедлялку ку. Мы поставим вот сюда. Дальше на стены мы тогда поставим шипы. А сюда их не поставишь. Поставим вот сюда и вот сюда. В принципе, штука прожигает на две стороны. Поэтому можем поставить ее еще сюда и вот сюда. Значит, никаких паладинов, ничего вот этого мы ставить не имеем права. Лучников еще может быть. И то. Не, ну лучников можно поставить, кстати говоря. Лучников. Но нам нужны по-хорошему автобаллисты тоже. Потому что автобаллисты как раз должны изничтожать всяких вот этих вот бомберов и прочую другую хрень. Но это по замыслу они должны уничтожить. А что они там будут уничтожать или нет, непонятно. Но в любом случае, даже если лучники вражеские сюда припрутся, они, да, будут стрелять по вот этим вот ребятам наверх. Служу
То есть, если мы их сюда поставим, в общем, по идее, должно быть ничего. Ну, давай попробуем. Вот эти, конечно, надо грохнуть. Так, лети отсюда, птичка. И ты лети. И ты лети, птичка, отсюда тоже. Лети, птичка, назад. Я думаю, что лучший способ бороться с этими уродами вот такой. Он был, наверное, способ. А нет, смотри, нормально. Так, надо с этими гнолами разобраться сразу. Что я сделал? Не то поставил. Все, прошли. Как они прошли-то опять? Опять баррикады раздолбали, что ли? Не, не раздолбали. Так, вот это вот нахрен я не то поставил случайно. Блин, не удалось. Ну, капец. Бомбалейл так не остановить. Теперь мы уже совершенно точно об этом знаем. Так, нам нужно гораздо больше. Гораздо больше. Тогда, может быть, мы их еще и сможем на подлеты грохнуть. Ой, блин, опять эти твари. Так, ладно, этих раздолбали. Два. Да вы конченые, что ли, совсем? Да. Тут охренеешь, слушай. Ну я хрен его знает. Ладно, автоболист, походу, не в состоянии такое одолеть. Так, нам надо бежать туда. Вроде как все здесь пробежали. Да, уж. Ух, ну ладно, орда у нас прошла. Частично. Частично орда прошла. Остались вот эти вот ребята, с которыми я теперь хрен что знает, сделаю что-нибудь еще или нет. Автоболисты. Значит, с ними... Ими история любопытная получается. Они, в принципе, хороши, они, в принципе, нужны. Блин, если мы поставим сюда штуку, они будут перекидывать этих орков через верх. И это очень не здорово. Если мы этого не сделаем... Блин, мне надо как-то останавливать этих подрывников. И это очень сложная задача. Останавливать подрывников задача вообще нетривиальная. Ну, по-хорошему. Блин, ну если баррикады раздолбают, это будет просто шляпа. А я так что-то подозреваю, что их раздолбают. Но это, по крайней мере, они могут отработать еще как перекидывалки. Ну, вообще тут, конечно, что-то беда какая-то прям вырисовывается. Ну, ладно, ловушка стала сейчас сильно больше. Но беда вырисовывается прям конкретная. Прям больших таких размеров. Может быть, вот сюда вместо ловушек...
Не очень большая огневая мощь получается. Ну, то есть за счет автобаллиста мы еще, может, что-то еще и сможем сделать. Но это будет непросто. Карта прям... Ой, бля. Итак, это таки случилось. Так, главное не дать им додолбать. Не, ну ладно, с автобаллистами еще ничего. Вроде. Вроде еще ничего, главное их не перекидывать сюда. И сейчас, наверное, что-то мы сейчас наделаем за счет этого. Ну и ждем кого-нибудь опасного. Нахуй, пошли отсюда. Значит, еще вот сюда. Еще вот сюда сейчас поставим. Ладно, это какая-то разминочная у нас получилась. Сейчас по-любому какая-нибудь срать пойдет. Окей, значит, вот сюда. Тогда мы выставляем еще, еще и еще автобаллисты. Ждем этих. Нет, пока только орки. Это подозрительно. Очень подозрительно. На, вон эти лучники поперли. Ладно, лучники тоже не страшно. В целом. Мотать их там. Это не пойду. Не, лучников там очень много. Да, неплохо. Я говорю, что слишком просто. Но вот нам дали испытание. Такой, типа, слишком просто тебе. На, унимай. Следующая волна. Хорошо. Я хочу поставить еще несколько автобаллист. Так, подрывников ждем. Нет, подрывников нет. То есть изначально я сразу жду подрывников. Потому что подрывники, в общем-то, самая опасная дрянь, которая здесь есть. Ну и надо оставить, конечно, денег, потому что... Если придут в свое время подрывники и реально дойдут до подрыва, у нас будут очень большие проблемы. А вот и у пришло. Чё-чё-чё, не то опять. Ладно. Допустим, у нас сейчас опять что-то получилось. А, кстати говоря, ну-ка, если я вот сюда поставлю. Не, наверное, вряд ли по кому попадет. Хотя хрен узнает, может, по какому-нибудь огру попадет. Сюда что-нибудь поставить? Не, если я поставлю сейчас что-нибудь сюда, это неизбежно приведет к проблемам. Вот сюда, кстати, можно. В принципе, вот сюда можно поставить. Может быть, конечно, и не нужно. Теперь вопрос вот тут. Так, давай-ка я еще вот эту штуку сюда поставлю, которая будет пересекать. Значит, автобаллисты у нас тут есть. Нам надо оставить противобомболейлные деньги просто. Значит, ну пока заставим вот так. Это у нас 10 из 12, да? 10 из 12. Так, я еще по одной штуке, может, сюда поставлю. А нет, даже сюда не будем ставить. Надо как-то так поставить, чтобы оно прикрывало потенциальный проход. Или все-таки реально наверх поставить лучников. Потому что здесь они, в общем-то, не сильно нужны. А вот наверх их поставить, наверное, можно. Или оставить бабки. Нет, давайте мы пока оставим бабки. На случай, если придется устанавливать баррикады. Потому что, в общем и целом... О, в общем и целом получается неплохо. Так, пока нормально. Да нормально.
Где он еще один? Это есть живой. Вот он. Так, ладно, пока живем. Пока живем. Значит, берем, переключаемся и опять же ждем еще подрывников. Мало ли что. Подрывников не пришло, зато пришел гигант. Огненный. Два. Ну, кстати, по ним неплохо разрядилось. Так, все. Огненных огров грохнули. Теперь отходим, потому что лучники. Я там пока не должен принимать никакого участия в этом замесе. У нас для этого есть специально обученные автобаллисты. Которые всех покрошили просто в слюне. Не подрывники, ладно, хорошо. Больше меня всего пугают именно подрывники в данном случае. Тут мотать их тут. Ну, хотя этих тоже до хрена, я хочу сказать. Очень много. О, так. Товарищ. Неплохо их сдуло. Теперь пошли ледяные. Но ледяные, в принципе, здесь, по идее, не жильцы. Мы, наверное, не будем принимать участие, потому что их должны скрошить и так. Хотя нет, будем. А все? Еее. Ну это была, да, потная миссия, согласен. Вот это прям был вызов. Предпоследняя миссия оказалась прям реально хороша. 118 тысяч очков. Ну что ж, неплохо. И следующий у нас тогда будет финал. Ну, так и называется, финал. Значит, ступени судьбы у нас пройдены, и остался финал, в котором непонятно, что нас ждет. В следующей серии мы с вами это выясним. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить, только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.